Приветствую вас на своем канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Последние два месяца выдались крайне тревожными для старшей дочери Аллы Пугачевой. И похоже, что поклонники не зря переживают за артистку. Кристина Арбакайте весь 2022 год старалась держаться подальше от скандалов. Даже когда в опалу попала ее мама, певица не стала выступать с заявлениями или давать резонансные интервью. Наоборот, звезда будто бы ушла в тень. Она продолжала выступать, но личную жизнь максимально скрывала от всех любопытных. Но как бы Кристина ни старалась обезопасить себя, а в скандал ее все же втянули. Совершенно внезапно съемки в шоу «Дуэты» на канале «Россия-1» обернулись настоящей катастрофой для Арбакайте. Артистка вышла на сцену вместе с Игорем Николаевым. И неравнодушные зрители раскритиковали музыкантов за выбор нарядов. Когда Кристина встала фотографироваться с давним другом семьи, наблюдательным фанатам стало ясно, что ее платье и пиджак Николаева вместе повторяют цвета украинского флага. В нынешней непростой обстановке многие решили, что артисты таким образом сделали заявление. Ни Арбакайте, ни Николаев не прокомментировали скандал. На Новый год Кристина вовсе покинула страну. Вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией певица наслаждается жизнью в США. Недавно артистка выкладывала семейный снимок в своем микроблоге в Instagram «Звездочка», поздравив поклонников с Рождеством. Между тем о проблемах, связанных с мамой и другими семейными скандалами, Кристина молчит. Зато звезда не забыла напомнить о сериале «Тест на беременность», в котором сыграла одну из центральных ролей. Судя по всему, события в истории стали развиваться стремительно. Так, в одном из эпизодов героине Арбакайте дают 2 недели на то, чтобы разобраться с проблемой. Так что ее персонажу, принципиальной и высокомерной Нине Артамоновой, придется нелегко. Напомним, недавно стало известно, что Кристина Арбакайте, вопреки ранее появившейся информации, не сможет получить завещанную ей Борисом Моисеевым квартиру в Юрмале. Скончавшийся осенью прошлого года артист еще задолго до своей смерти говорил, что оставит заграничные апартаменты Арбакайте, так как давно и близко дружил с ее мамой Аллой Пугачевой. Однако с юрмальской недвижимостью Моисеева все оказалось не так просто. Впрочем, вряд ли Кристина сейчас сильно переживает по этому поводу. Ведь совершенно непонятно, как будет складываться ее дальнейшая карьера в России, учитывая все последние события. Так что поклонники не зря переживают за звезду.